Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Mitsubishi отзывает в России почти 110 тысяч автомобилей Pajero, Galant и AMF, выпущенных после 2006 года. У машин нужно проверить подушки безопасности и, при необходимости, заменить пиротехнические патроны. Все работы бесплатные. Также Mitsubishi продолжает отзывную кампанию, затронувшую 90 тысяч кроссоверов ASX. Здесь речь идет о возможных неисправностях моторов стеклоочистителей. Трасса 101. В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий наказание для водителей, устраивающих гонки на городских улицах. Имеются в виду крупные штрафы – до 50 тысяч рублей, если стритрейсер просто прокатился с ветерком, и до 500 000 рублей, если он создал угрозу жизни и здоровью пешеходов. Также возможны тюремное заключение до 5 лет и залог. Трасса 101. Банк России в скором времени собирается выпустить свод рекомендаций по оформлению электронного ОСАГО. Там, в частности, будет говориться о том, как отличить настоящий сайт страховой компании от поддельного. Не секрет, что создание сайтов-клонов – один из способов надувания автомобилистов, желающих получить виртуальную автогражданку. Также регулятор планирует учредить институт страховых детективов для борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО. Трасса 101. Ближе к концу октября Toyota возобновит в нашей стране продажи дизельной версии кроссовера RAV4. Работающий на солярке мотор объемом 2,2 литра мощностью 150 лошадиных сил будет доступен только в двух комплектациях – Comfort Plus и Prestige. Минимальная стоимость авто – 1 миллион 986 тысяч рублей. Кроме того, в других комплектациях появятся новые опции – двухзонный климат-контроль, кожаная оплетка руля, датчик дождя, светодиодные фары и другие. В следующем году в нашей стране, сообщает Автоньюз, начнется серийный выпуск двух электромобилей отечественной разработки. Какие компании займутся этим, не уточняется. Финансирует проекты Минпромторг. Ранее власти заявляли, что российские электрокары должны иметь компактный кузов, как у Smart, и запас хода не менее 200 километров. Сколько будут стоить машины, пока можно только догадываться. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.